Детективи містика в одному фільмі, плюс захоплюючий сюжет та чудова акторська гра. Усе це поєднано в серіалі «Зворотній бік місяця», який я дуже раджу вам подивитися. А от про те, що залишилось за кадром, нам розказав продюсер стрічки Олександр Цикал. Кава Жокей. Розпочни ранок зі справжнього натхнення. Кава Жокей. Нашли какую-то битую машину. Вроде та, что тебя сбила. На Интере стартовал мистический многосерийный телефильм «Обратная сторона Луны». Главная роль милиционера Михаила Соловьева досталась известному актеру Павлу Деревянко. Продюсер телефильма Александр Цикало рассказал, как и откуда появился этот герой. Нам не нужен был мачо, нам не нужен был внешний такой крутой, плечистый, высокий персонаж. Нам нужен был обычный парень из обычного отделения милиции. Обычный мент. Но его отличие в том, что он честный, порядочный, у него никаких там физических, терминаторских данных нет. Я здесь! Я не в коме! Я в прошлом! Не будем раскрывать всех тайн сериала, но все же только для вас, дорогие телезрители, Александр Цикало ответит на вопрос, что ждет Михаила Соловьева в прошлом? Попав в прошлое, он пытается решить сразу комплекс проблем. Это что всегда очень трудно. Во-первых, сначала он пытается понять, правда ли то, что это случилось. Он не верит в это. Он не верит в это, потому что это не может произойти никогда. В книжках это есть. А вот чтобы с нами это произошло, не верю. Дальше, когда он понимает, что это произошло, начинается паника. Дальше он начинает думать, может, я проснусь? Просыпается, ничего не меняется. Дальше начинается второй приступ паники. Что делать? Дальше он начинает что-то делать. И здесь у него начинает получаться. Потому что он там тоже милиционер. У него получается, у него есть другой багаж знаний. Он их применяет, и он хороший милиционер. Еще ему надо поймать маньяка. Ну как, заинтриговали? Тогда не пропустите сегодня вечером на Интере продолжение сериала «Обратная сторона Луны». Смотрите многосерийный фильм «Обратная сторона Луны» на канале Интер.